Отдых осенью в Турции обойдется туристам дешевле, чем в летний сезон. Самый лучший отдых в Турции – это в бархатный сезон. Комфортная погода и прогретое море, а также более низкие цены. С начала сентября в отелях Турции туристов ждут выгодные предложения. Скидки в некоторых гостиницах будут достигать 30-50%. Бронировать тур на осень уже нужно будет сейчас. Fun & Sun дали информацию на осень на отеле с питанием «Ультра все включено». Пакетный тур на двоих на 8 ночей «Вака Алинда Хотел 5 звезд». Вылет из Москвы 28 июля. Стоит 298 тысяч рублей, а при вылете 29 сентября уже 241 тысяча рублей. Выгода около 50 тысяч рублей. В бархатный сезон на 30% дешевле будут туры и в отелях Риксос. Например, тур на 7 ночей. Вылет 27 июля в Риксос Парк Белек. Цена от 320 тысяч рублей. А если бронировать тур с вылетом на 26 октября от 223 тысяч рублей, отдых дешевле примерно на 100 тысяч рублей.